Мы же знаем, как Путин воспринимает этих своих так называемых врагов. Ну, то есть они есть его, конечно, враги. Он их панически боится. Он боится того, что они могут повести за собой людей. Это же не рациональный страх на самом деле. Ну, что могут сделать эти люди, которых Навальный, Яшин, Карамурза может вывести на улицу? Ну, ничего они не могут сделать. Там, я не знаю, страх оранжевой революции – это довольно смешная история в условиях современной России, где нет ни одного рычага, на который могут нажать люди, вышедшие на улицу, чтобы привести в действие коллапс режима. Почему это могло состояться в Украине с оранжевой революцией, с революцией достоинства? Потому что там были механизмы.